Здравствуйте. 3 ноября 2022 года. Нахожусь на улице Автовокзальной. Вон дом дальний от автовокзала, который я уже снимал в прошлом ролике. Там вот, где написано «Вода», зеленая вывеска. И направо это склады сухофруктов. Кстати, хочу посоветовать. Привезли свежий урожай семечек. Семечки очень хорошие. Для меня это, знаете, как мясо для мясоеда. Я их постоянно ем. Подсолнечные семечки, сухие, хорошие. Стоят они не особо крупные, правда. Бывают и крупнее, но нормальный размер. Стоят они 80 рублей килограмм, если брать вот такие упаковки по 5 кило. Так что рекомендую. По 80 рублей для смузи. Кто-то может пожарит, кто-то проращивать будет. Очень полезные подсолнечные очищенные семечки. Всего-то 80 рублей килограмм. Я в магазинах видел даже и по 200. Так, а это у нас станция Юнатов. Автопредприятие обслуживающее. Министерство образования раньше тут было. Сейчас вот станция Юнатов. Дом, центр психологической, педагогической помощи детям с особенностями в развитии вот здесь. Вот станция Юнатов. Но я, в принципе, не буду по территории ходить. Там виноградник у них. Я уже снимал когда-то. Запрос. Дмитрий Зарла, станция Юнатов. Можете посмотреть. Вот в той стороне, вот справа крыша дома. Там лампочки дешево продают, по-моему. Электрические. Или энергосберегающие. Ну вот, что еще сказать. А, вон, амилу сейчас посмотрим. На дереве там висит шар амилы. Кажется, так это называется. Полупаразитарный кустарник, лишай. В общем, что-то такое. Паразитарное растение такое. Вот оно тут давно уже висит. Я сейчас перейду улицу и сниму этот кустарник шаровидный. Сейчас машины тут проедут. Погода хорошая, где-то плюс 6, ветра нет. Замечательно. Погулять можно, вот на склад зашел за семечками. А, вот дождь накрапывает, слушайте. А, ну мелкий. Короче, это вот, как говорят, амила, по-моему. Вот, смотрите, такой шар, как бы такой, нарост на дереве, да? Как бы такой лишайник, кустарник, вот. Интересное такое создание природы. Сейчас другого еще ракурса сниму. Такое интересное оно. Как будто такой шар маховой. Вот, видите, амила, кажется, называется. Что вы знаете об этом растении? Напишите в комментариях к этому ролику. Вот. Замечательно. Ну, еще могу за забор станции Юнатов заглянуть. Сказать, что они тут яблоки продают. С той стороны, со стороны улицы Комсомольской есть надпись «Продаются яблоки». И яблоки реально вот висят там на деревьях. И красные, и зеленые можно набрать, и, наверное, дешево они тут стоят. Яблок в этом году много. Вот, яблок я даже отсюда вижу. Ну, а так вот у них что за забором, что увидел, то вам и показал. Станция юных натуралистов. Ну, насчет экологичности выращиваемой продукции можно, конечно, поспорить, поскольку рядом дорога. Ну, что я скажу, вот так вот, вот такие тут дела творятся. Улица Автовокзальная, там вдали автовокзал. Спасибо за просмотр, подпишитесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.